9 мая – День Европы. В этот день каждый год отмечается мир и единство нашего континента. Этот день выпал на годовщину подписания исторической декларации Шумана. План Шумана считается зачатком того, что сегодня является Европейским Союзом. В воскресенье в 5 точках Вроцлава можно было насладиться звучанием песен местных артистов. В интересах безопасности слушателей все музыканты выступали перед аудиторией за витрин популярных мест. В программу вошли выступления артистов, связанных с местной музыкальной сценой, в творчестве которых, несомненно, присутствуют иностранные акценты. Во время празднования Дня Европы музыканты выступали с 12 до 17:00 в пространстве культурной зоны Вроцлава Барбара, заведение «Караван», Солодовой, что находится на выспе Сладовой, кинотеатр «Новые горизонты» и галерея «Дизайн Бовуа».